что, Никита? Распакуем твой подарок. Так. Это Никите подарили конструктор Лего серии Дупла, а называется «Ферма пони». Никите подоспела помощь. Так, вот инструкцию берите. Согласно инструкции, сейчас собирайте. Так, что у вас получается? Что ты, Вика, уже собрала? Ой, здесь помидоры попались. Помидоры? Я не знаю даже, что это. Какие-то ягоды или что это? Я знаю. Это витаминный комплекс для лошадок. Да. Да. Ага, ты конюха усадила на это. Она у тебя обедает, да? Угу. Так. А здесь а у Никиты там что? Ага, Никита там что-то. Папа уже вырисовывается кормушка. О, еще. Как мы назовем этих лошадок? Не знаю. Я предлагаю назвать Басков и Киркоров. Да. Да? Ага. Нормально? Никто не против? Нет. Вот это будет вот Киркоров, дверки. А вот это будет Басков. Вот еще дверь. Так, и вот что в итоге у нас получилось. Если начать... Так, вот такое вот стойло вышло. Да. Да, я симпатично. Здесь двери, двери открываются. Вот, один элемент. Второй вот непосредственно кормушечка. Да. И? Кормушка. И последний. И вот такое вот получается накрытие для нашего витаминного комплекса, для каких-то ягод, да? Вот, корыто идет, два фермера, один, вот, второй, и наши лошадки, и вот это. Басков, Киркоров. Их надо посадить.